Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Дмитрий Николаев. Я приветствую вас всех на своем канале на YouTube. И в сегодняшнем обзоре у нас сетевой фильтр-удлинитель от компании Sven, который называется Ford Pro. Покупал я его специально для своего телевизора и приборов, которые находятся рядом с ним. Это приставка, спутниковый ресивер, TV-тюнер, DVD-проигрыватель, акустическая система, ну и сам телевизор. Это обновленная версия фильтра Sven. В ней главное внимание уделено не только улучшению защитных свойств, но и безопасности при эксплуатации. Этот фильтр сделан из негорючего ABS пластика, который оснащен двухполюсным общим выключателем и индивидуальные двухполюсные выключатели со встроенной подсветкой к каждой розетке. Далее фильтр имеет светодиодную индикацию исправности защиты, и второй индикатор — это наличие заземления. На самих розетках имеются защитные шторки для безопасности от попадания какого-нибудь там мусора внутрь корпуса или каких-нибудь сторонних предметов. Отображение напряжения в сети тут используется встроенным вольтмером. На задней стороне корпуса имеются крепежные отверстия для настенного монтажа. В Sven Ford Pro имеется LC-фильтр второго порядка, который обеспечивает эффективное подавление высокочастотных и импульсных помех. Сетевой фильтр-удлинитель Sven Ford Pro является профессиональной защитой сетевого фильтра серии Ford. В отличие от простого Ford, его корпус выполнен из глянцевого пластика черного цвета, красные выключатели утоплены в нишах для защиты от случайного нажатия. Каждый включенный выключатель подсвечивается красным цветом. Сбоку фильтра расположился многоразовый автоматический предохранитель на 10 ампер. Номинальное напряжение 220 вольт, рабочая частота 50 герц, суммарная мощность подключенной нагрузки 2,2 киловатта. Как заявлено компанией Sven, было испытание под нагрузкой 2400 ватт, которое показало небольшой нагрев сетевого шнура, а при увеличении нагрузки до 3400 ватт сработал автоматический предохранитель. При этом контакты вилки нагрузки сетевого шнура были чуть теплыми. Ну вот такой фильтр-удлинитель был куплен мною специально для моей вот этой техники. Ориентировочная цена $25. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за внимание. Кому нравятся мои обзоры, видеоуроки, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий Николаев. Всего всем хорошего. До скорых встреч. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписаться на мой канал можно прямо отсюда, нажав на вот эту кнопочку «Подписаться», или с главной страницы моего канала, как показано вот тут. Делитесь, пожалуйста, этим видеороликом в социальных сетях со своими друзьями, как также показано вот тут. Перед вами плейлисты на все мои ролики. Выбирайте интересующий вас раздел, нажимайте на него, и вы перейдете к полному списку всех моих видеороликов. С вами был Дмитрий Николаев. Всего всем хорошего. До скорых встреч.